сколько времени продержится на ринге Поветкин, и история малопонятная. Потому что все, что, к чему стремится Поветкин, должен стремиться, это добраться до этих ребят Джошуа и Уайлдера. Если состоится, например, бой с Уайлдером, это будет очень интересное противостояние. Но если, например, когда разговаривали в самом начале об этом бое, и он там маячил впереди этот бой, то тогда я считал, что в моем понимании Александр ярко выраженный фаворит, у него больше шансов, потому как мне казалось, что Уайлдер еще к тому моменту не окреп. Не окреп как боксер, несмотря на его там большой уже опыт, но физически, мне казалось, он еще не чувствует себя комфортно в этой весовой. То сейчас каждым годом, мне кажется, он становится все лучше и лучше, плюс технически вырастает. И, наверное, вот сейчас бы я уже и не знаю даже, кто там сможет победить, но, опять же, забегая вперед, скажу, что это, наверное, одно из самых интересных, ярких противостояний. Ну а касаясь англичанина Джошуа, то мне кажется, что Александру с ним будет сложнее, потому что он физически очень и очень сильный парень, плюс обученный. Тот бой, который мы видели с Кличко, лишний раз показатель, что это будет один из самых сложных боев, на мой взгляд. А если он будет еще и в Англии пройдет, то, ну, наверное, там, как мне кажется, шансов мало, потому что там еще и морально будет давить и присутствие большого количества зрителей. Все мы знаем, какие фанаты в Англии. И, ну, наверное, если там будет ровный бой, то, скорее всего, вряд ли отдадут Александру. Но если предложат и будет, еще раз скажу, маячить этот бой, я думаю, что команде Александра, конечно же, необходимо соглашаться и рисковать.